К другим новостям. Павлодарский полицейский спас мужчину от суицида. Дело было в селе Набережная. Женщина позвонила участковому и рассказала об угрозах бывшего мужа покончить с собой, если та не вернется к нему с детьми. Узнав о ситуации, сотрудник полиции Куаныш Алинов начал действовать. Он поехал на адрес, где, возможно, находился мужчина, и обнаружил человека в петле. Быстро достал монтировку из багажника, разбил стекло и спас пострадавшего. Оказал первую помощь и вызвал скорую. Здесь глубокую благодарность участковому села Набережная за спасение моего сына. 16 на 17 я чуть не потеряла своего сыночка, хочу выразить благодарность, низкий поклон нашему участковому.